Так, зрители, я всех приветствую. Сегодня у нас продолжение рубрики «Царь горы». Сегодня буду играть не я, царь горы на этот раз не я, а мой дорогой друг Андрей, он же Доминей, мой охранник. Вы помните, я когда катал охрану на MX-7-4, Андрюха меня охранял просто превосходно. Он красавчик, играет классно, там почти на 5к на топах. Недавно, кстати, стримить начал, там что-то пытается в стримы. Ссылочку в описании я на Андрея оставлю, ребят, зайдите там ему под последний стрим, напишите, что он, ну, красава. Он мне прислал вот прямо сейчас во время стрима реплей на бабахе и говорит: посмотри, это того стоит. Ну, он мне сказал так: этот бой потянет на твою рубрику «Царь горы». Ну, собственно, я глянул результаты, там практически 12 тысяч урона. Я не знаю, как он заехал на бабахе на горку, так я и сейчас хочу еще сказать, что, ребят, он играет на верхнем респе утеса. На верхнем респе утеса, а верхний респ утеса намного хуже нижнего в плане заезда на горку. Намного хуже. За донат спасибо, я отвечу после того, как мы запишем этот бой. Все выпуски практически, где был царь горы, я заезжал с противоположной базы. Он заедет сейчас с этой. Ну, ТВПшка нормально опиздюлилась, это по классике. Он играет, по-моему, с турбиной у нас в этом бою. Так, сейчас он даст по чифу. Ну, тут, в общем, когда ты на бабахе настреливаешь много урона, у тебя бой происходит примерно так всегда. Ты высовываешься, даешь ваншот и дальше отдыхаешь. Сейчас чиф отлетит. Отлетел без сведения. Ну, типичнейшая бабаха. Я, если что, этот реплей не видел. Я сейчас его смотрю впервые вместе с вами. Ну, и мне будет интересно, конечно, что он нам покажет. Но я пока не вижу никакой динамики. Я пока никакой динамики не вижу. Ромашка, спасибо большое. Обычно, когда царь горы, происходит динамика. Но я уже вижу, ребят, то есть почему он заедет на горку. Я уже понимаю. Смотрите. Вся основная масса противников за маяком. Центр пустой. Тут ИС-4 по полю в центре карты катается. Ну, здесь, блин, на горку заехать проще простого. Андрей сориентировался правильно. Молодец. Поехал залетать на гору. Но у меня никогда не было в рубрике «Царь горы». А что, бля? На ходу по ФВ. Это что такое? У меня никогда не было простых заездов на горку. Никогда. Всегда, когда я заезжал на гору, я заезжал сюда с боем. Помните, на Маусе был бой. На Яге был бой. На китайском тяже с ускорителями был бой всегда. А он как невидимка. Просто приехал как невидимка. Что здесь у нас? Суперконь, кранваген. Ну, честно, не знаю, почему он выбрал кранвагна. Я бы, наверное, выбрал суперконя. Хотя тоже это объяснить можно. Во-первых, здесь хп у коня меньше. Он поживет, поблочит ИСа 4. Ну и во-вторых, и без вторых. Смотрим, как он пробьет кранвагна. 1760. Нормально, нормально. Нормально. Я не знаю, как он убил бабаху. Я таких шотов на ФВ не давал никогда. Так, окей, дальше у нас очко. Супер конячка. Отлично. У нас еще 62, у нас еще 705. Плюс у него уже в копилке там 2000 урона, грубо говоря, блайншотом по ФВшке. То есть уже за 3 минуты Андрей настрелял 8000 на бабахе, на утесе. Это бред. Я таких боев не видел. Но, с другой стороны, ребят, подобные бои все-таки часто существуют. И здесь чувак хотя бы скиллованный. Хотя бы он понимает, что нужно делать. Он не просто так заехал на маяк. Не просто так. Андрей, ну, как бы, умеет творить грязь. И карма... И, ребят, я не знаю, вот напишите в комменты, напишите в чате, вы вообще такое видели? Ваншоты, вертухи на бабахе, заезды на горку. Ну, это немножко не тот царь горы. Царь горы — это когда ты воюешь за эту гору. Здесь он просто приехал и, грубо говоря, все, что сделал, это там 5 раз выстрелил. Все, и уже 12 тысяч урона у чувака. Капец. Они выиграли с преимуществом 19 тысяч хп, вот пишет Лок урона. Это было жестко. Я не скажу, что это интересный бой, он скорее веселый. Он скорее веселый и какой-то ненормальный. Но, блин, в любом случае,
Это как минимум царь горы. Вот результаты боя. 8 выстрелов. Один был мимо. И потом он сходу дал тычку по бабахе. Бабахе он снял 1756. А как у нее 1756 хп может быть? У нее же 1750. Ладно, неважно, это баг. Ну, я не знаю, за 7 выстрелов 12 тысяч урона дать. За сколько минут? 4 минуты 14 секунд. Время в бою до уничтожения. 4 минуты 14 секунд. Красавчик! Ребят, ссылка в описании на Андрюху, там, зайдите, поставьте ему лайк, там, напишите, подпишитесь, в общем, передайте ему от меня привет. Не реклама, просто это мой товарищ, мой охранник, тем более он мне такой реплей скинул. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.